Всем привет! И сегодняшний день мы проводим в Калунге. Калунга – это достаточно недалеко до моря, населенный пункт расположен. Вот, порядка 2-2,5 километров до пляжа Ла-Гриега, который я тоже, надеюсь, вам покажу. Ну и посмотрим, что здесь творится, изменилось. Мы здесь уже бывали год назад. Посмотрим, что здесь сейчас, что интересного покажу. Ну и, соответственно, постараемся посетить местный пляж. Вот предлагается какой поход к водопадам. Здесь неподалеку есть горы, соответственно, там, видимо, такие есть водопады. Ну, а это мы в таком вот местечке. Рядом парк небольшой, центр туризма. Ну и вот карта совета Калунги. Ластрас, который, я думаю, все видели на видах, ну, на фотографиях. Вот Калунга и, соответственно, пляж Ла-Исла также на канале есть. Вот этот. Ну и сама Калунга — небольшой населенный пункт, но тем не менее, как я уже, подробный обзор его есть на канале, повторяться не буду. Все, в принципе, присутствует необходимое. Летом, я так понимаю, его население значительно вырастает за счет туристов. Видите, собор все на том же месте. Никуда он за год не сдвинулся. Это радует. Кафешка, ну и улица. Небольшой парк. Пальма с видеонаблюдением. И вот дети побежали играть в футбол и в баскетбол, правда, без мяча. Вот дошли до того места, где и в прошлый раз были. Вот Арео и такой вот райончик. А вот электрозаправка, так скажем, для электромобилей. Тоже здесь присутствует. Такой вот райончик с домиками. Новыми. Но еще видел, тут участок даже неподалеку продавался. По-моему, за 40 участок хотели. Вот неподалеку от этих. Но это я давно смотрел, правда. И по карте ориентировался. Но вот так вот. Вот так вот более близко. Такие вот неплохие домики. Ну, как по мне, во всяком случае. С украшениями территории. Путь Сантьяго, а именно Камино дель Норте, проходит и здесь. Вот видите, цветет. Вернее, уже отцветает. И вон тот район, с которого мы пришли. Там и отдельные домики, и вот многоэтажечки достаточно новые. Ну и фактически уже снова за малым в центр, считай, пришли. Там, кстати, разруливают полицейские, кому в какую сторону, все прочее. Естественно, вне сезон этого нет. Вне сезон я также здесь был. Ну, сейчас достаточно активно все вот эти движения идут, поэтому вот приходится им участвовать. Может, слышите свистки, звук свистков. Ну, хотя, наверное, не доносятся, тут больше машин слышно. Ну и вот такие вот отельчики небольшие. Вот, смотрите, улица Реконкисты. Пляжи. Мы постараемся посетить вот такое местечко.
вон смотрите, да, сидят люди, кафешечки. Вот. Кто-то в кафе, кто-то на велосипеде. В общем, не скучно. Вот смотрите, городок небольшой-то небольшой, но вот дом культуры, библиотека, Калунги. И такой вот, видите, аккуратненький, синенький. А рядом он красненький, а он зелененький, желтенький, оранжевый. В общем, на любой вкус и цвет. Вон зелень сразу какая уже идет. Буквально неподалеку и все. Вот тут смотрите, люди прямо на улице ухаживают, ставят цветочки. Вот. Там мы в эту часть пришли. Здесь не были еще. Вот какой домик. Отделан камнем. Смотрите, как интересно. Рядом он зелененький. И туда улочка пошла. Дошли мы в эту сторону, до окраины Калунги. Вот Камино де Сантьяго идет. Вот эти домики. И вот. Вот зашли в старый центр. Сейчас уже пойдем в сторону пляжей. И вот Пласа Лос Мартирес. И такая вот церковь старая. Как часовенка, но побольше. Ну и такая вот часть Калунги. Тоже старый центр. Ну а вот, соответственно, картины. Картины и фото. Ну вот и снова мы вышли уже в центр, ближе к центру. Ну и, соответственно, кафешки больше наполнены людьми. Вот, и сейчас пойдем на пляж Ла Гриега. Он нам весьма нравится. Ну вот мы зайдем в главный собор Калунги. Раз мы тут не были, он был закрыт. Идем к пляжу по новой дорожке. Вот смотрите, стадион местный небольшой. Но команда играет. Вот мы проходим речку Либердон. Ну вот смотрите, вот мы вышли с Калунги. И такая дорожечка весьма нормальная. То есть по ней можно спокойно идти к пляжу. В прошлый раз мы по другой дороге шли, через там деревеньку одну, а сейчас вот так вот. А вот смотрите, проходим кемпинг. Тут можно, вот смотрите, останавливаются ребята и с палатками, и на автодомах. Это уже пляж Ла Гриега фактически здесь. Велосипедисты с него едут. Очень интересная такая дорожка. Мы в прошлый раз по другой ходили, поэтому я вот вам и показываю. Вот смотрите, территория кемпинга. Ну, весьма немаленькая такая. Весьма немаленькая. Ну и вот мы подходим уже к пляжу.
кемпинг там сбоку, смотрим, много людей достаточно. На него сейчас покажу. Вот. То есть прям идут с пляжа люди и туда заходят. То есть некоторые вот в таком вот кемпинге остаются, но дешевле, естественно, чем снимать отдельные апартаменты. Вот смотрите, в основном дети здесь в такой заводе купаются. Сейчас отлив. Очень причем сильный у нас, где кромка океана. Ну, многие дети, я смотрю, да, тут отдыхают в такой заводе, в таком небольшом этом самом. Ну, нормально. Ну, а я пойду вон туда купаться, соответственно. Вон Ластрес. Рыбацкий поселок. Ну и курортный, соответственно, на берегу. Откуда замечательные фото получаются. И много их в Астурии. Если вбивать, обязательно на одно из основных фото будет с Ластреса. И пляжик Колунги Лагриега. Могучая сила. Песочек. И такие леса. Красота. И воздух волшебный. Ну что ж, вот так вот мы сегодня прогулялись по Колунге, сходили на пляж. Ну и сейчас присели в кафе, перекусим, ну и будем ехать домой. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам всего хорошего. Ну и до новых встреч. Пока.